Очередной козлик. Далековато ходит. Ветер хоть и от него дует, но радоваться я к нему не пойду. Сейчас так поглядим. Рога какие-то несимметричные вроде. Хотя так вот вроде повернется. Что-то похоже друг на дружку. В общем, вот такие у него рога. Комары едят. Будем надеяться, что ветер будет. Я мазь не взял. А тут вот такие кусты. С меня ростом. Ну, вот где их тут увидишь? Вот 10 метров. 10 метров. И все. Вот ворон мой стоит. Вон далеко тоже козлик. Один или два от меня выскочили. Тут в поле стоял. Те начали орать. И этот с ними там перекликается. Попробую поближе подойти. Морда рыжая сидит на нас. Смотрит. Это, наверное, та же самая лиса. В одном из видео что-то тащила тогда. Месяц, наверное, или два назад. Скорее всего, лисенка перетаскивала. В общем, там лисенок был маленький. И вот лисенок маленький. До него метров 15. Что-то с глазом. Козлик соскочил рядышком, ветер боковой, ну, почти от него дул, вот так вот вправо налево дует, метров, наверное, не знаю, 35, и стал так опять неловко. То рога так и не разглядели, да, ворон? Не разглядели. Ну ладно. Рога торчат. Метров 20 до него, наверное, 25 может. Ехал на вороне. В кусты вот пытаемся заехать. Смотрю, рога торчат. Смотрел на нас, но из-за травы ему нас не видно было. Может, метров 30 до него. Ветер от него дует. Трава высоченная. Видимо, ему в ушах шумит, он не услышал нас.
Еще мух очень много летает, шуршат. Сейчас вот такой тропинкой иду. Козлами вот вдоль кустов набито. Не знаю, где-то или вот здесь лежит, или прямо, или вот здесь. Это метров, мне кажется, уже 15. Ну что, включаемся, в общем, и пробуем его поймать за рога. Ветер сейчас от меня потом крутит. Оказывается, я в сторонку ушел. Эх, блин. В общем, метров 15. Я думаю, не больше было. Сейчас, если найду Лёшку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Блин, не понять. 12. Но тут уже он стоял, второй раз останавливался. Эх, в упор вообще подошел. Интересно было, интересно. Ладно. Ветер сильно дует. Козлик. Сторонка идет, сейчас попробую за ним пройти, чтобы деревья не мешали. Сейчас пойдет, скорее всего, влево. Я сейчас пройду краешком, чуть-чуть и сяду, может быть, вот до сосенок успею. А, нифига, ворона увидел. Ворон-то не тихо стоит. Убежал. Вон он у меня стоит. Травку кушает.